Добрый день, дамы и господа. Сегодня приготовил, короче, ящик сделал специально для засолки рыбы. Чуть-чуть рыба появилась, поэтому сделал ящик. Короче, так, и тут конструкция такая идет. Вот крышка. Специально приготовил крышку на ящик. Видно, да? Вот крышка. 30 на 30 идет у нас коробка. Вот тут. С 25-й доски. Короче, вот оно. Оно просверлил. Видно, да? О, аккуратно видно. Просверлил отверстие. Короче, вот так. Снизу кидаем соль. На соль рыбу. Соль рыбу. Вот так, слоями. Потом сверху ставим вот крышку, а на крышку надо такой тяжелый кирпичи поставить или вот такую болванку металлическую. Наверное, тяжелый, килограмм 10, наверное, 15 будет. Короче, килограмм 15-20 надо. Если крупная рыба, лучше килограмм 20. И она потом убираем погреб. Неделю на 2, на 2 недели. Короче, снизу ставим тазик. Короче, оттуда по тяжести. И в соли она всякие жидкости выходят через отверстие, через ящик туда вниз тазик. Короче, через 2 недели рыба будет валяная, сушеная, сухая. Так что проверим. Потом я еще расскажу, какая получилась у нас рыба. Так, я спустился в погреб, ящик установил на тазике. Посыпал соль тоже. Так, вот у нас свежая рыба. Сегодняшний улов, ну, штук 10 будет. Ну, сегодня хорошие штуки. Короче, на пиво пойдет. Такие сантиметров 25-30. Так. Это у нас 3 дня назад я солил. Мама. Тут, опа, ах, пахнет. Вкусно пахнет, между прочим. Только 3 дня прошло. Ну, еще чуть-чуть, конечно, серовато. Ну, что? О, вот внизу. Ну, сколько жидкости собралось. Ничего себе. Почти литр. Почти литр. Ну, литр точно. Так. Еще если неделю оставить, весь жидкость выходит. У меня отверстие в ведре. Здесь тоже отверстие сделал в ведре. Так. Через неделю уже нормально будет. Вот это мой погреб. Этот спуск. Это погреб. Военные зимние запасы наши. В ведрах тоже там соленые, маленькие, короче, помидоры, огурцы, капуста. Приходите. Тут будет у нас рыба там. Там будет у нас компот дербентский. Будем рыбу есть с компотом. Так, сейчас засолим и покажу, как.